Рыба-кит, папа рисует. Всем привет, вы на канале Рыба-кит. Я наконец-то вернулась, кстати, да. Я постриглась. Короче, я это было уже очень давно, я вообще была вот такая. Но волосы уже отросли, я их покрасила, вот. Ну, короче, это похоже отстригать нужно. Короче, потому что сегодня мы не разговаривать, а рисовать будем. Да. Сегодня мы и будем мы сегодня новогоднее будем рисовать. Новогодний шарик. Итак, поехали, ребят. Да. Самое сложное — это кружочек. Если честно, я эксперт по кружочку. Это овал. Ладно, мне тоже не шедевр, но ладно. Так. Главное не молчать. А ты что, мы сюда молчать пришли? Да, мы говоруны, если что. Кстати, я уже очень давно сижу в лайке, и у меня там уже 3К, поэтому подписывайтесь. Если вы знаете вот эту девочку. Я там подписана как Нори Лов. Так, пишем, рисуем. Пишем! Мы пишем букву А. Не, я просто говорю, я не в первом классе. Я в четвертом. Я в третьем. Как в третьем? Ты разве в третьем? Да. Блин, я звездочки, можно я вот такие нарисую? Мне так легче. Так, стой, главное вот так еще не заслонять, потому что, видишь, там голова моя. Ну да. Так. А что я такие большие круги, блин, рисую? А где ты вот этот узор вместишь? Ладно, мы должны вот сюда вот смотреть, видишь? И общаться с нашими любимыми зрителями. Так, дальше. Вы можете рисовать абсолютно любые узоры, это все на ваш вкус. Да. Ну, это мы просто рисуем, как бы, мы срисовываем. Ну, а может, в следующем видео, которое также будет скоро на канале, будем, может, и сами. Поэтому можно что-нибудь добавить свое? Да. Так, я вот тут добавлю. У меня кривые они, узоры. Все, найс. Я тоже так тут забавлю, только я на всех линиях вот так сделаю. И главное рисовать недолго. Мне как дядя Ваня говорит всегда, потому что, ну, как бы это... Ну. Вот за очень короткое время, за 2 минуты, ну, можно сказать 3, мы нарисовали вот такой красивый шарик. А теперь нам осталось только что сделать? Правильно, раскрасить его. Также вы можете... У тебя есть желтый? У тебя 2 желтых? У тебя 2 желтых, один мой. Так, раскрашиваем то так же просто... У меня 3 их. Ну, даже повезло тебе. А ты что, точно забрала желтый? Да, желтый это, но нет желтого. А. Ладно. Раскрашивать вы можете также на свой вкус. На свой вкус. Навка. На свой вкус, вот все. Сказали. На свой вкус. На свой вкус, короче, я тоже раскрашиваю так. Если вы по мне соскучились и хотите, чтобы я чаще появлялась на Рыба-кит, пишите в комментариях. Катя, рисуй много, Катя, рисуй больше. Ну, что-то такое, короче, пишите. Я почитаю, мне будет приятно, я пойму, что мне надо больше рисовать, и я буду больше рисовать. А я и так много рисую, если что. Я уже 1 день так рисовала. Один, представляете? Так много? Один, так много это. Так, сам шарик у меня будет красный. Ну, правда, это так много для меня. Потому что я никогда не оставалась на 1 день ровно. Не, на 1 ровно день я не оставалась никогда, потому что это 12 часов 00 минут. Умеешь ты, конечно, объяснить? Да. Что мы все о нас, да о нас. Давайте лучше будем говорить про наш... О кошках! Почему о кошках? Не знаю. Я просто вшутила. Ребята, мы не художники. Ну, как не художники. Короче, я плохо рисую, сама это говорю, признаю это. Так что не надо меня осуждать, что я ужасно рисую. Потому что вот я, бывает, сижу дома с чашечкой чая.
захожу на старые видео Рыбакит, где я рисую, и просто вижу, где просто я тоже дофига людей пишут: фу, говно, типа что-то такое. Рома, мы рисуем и снимаем это на камеру. Он сейчас на Рыбакита. Да, все, занимайся своими делами. И не разговаривай, потому что мы записываем видео. Да. Мне больше. О чем мы разговаривали? Не знаю, о кошках. Нет. О том, что я сижу с этой кружкой чая, читаю комментарии под старыми видео. И просто вижу кучу комментариев. Меня тоже не осуждайте, я тоже не очень так рисую хорошо, конечно. Поэтому не осуждайте нас, потому что я тоже смотрю комментарии, и мне всегда пишут: Аня говно рисует, могла бы получше. Или типа там: Ваня рисует в 100 раз лучше, у Вани лучше, а у них плохо получилось. А потому что Ваня художник, он закончил художественную школу. Кстати, да. я в сентябре пойду тоже в художественную школу. А я нет. И на карате еще запишусь. А я нет. Я буду на фигурном катании только и все. Ну и мой логотипчик, конечно, я не могу без этого. Какой логотипчик? Если что, у меня уже второй раз тот же цвет. Сейчас я покажу свой логотипчик. Подождите. Так, ну давайте я буду рисовать своим любимым цветом. Это черный. Теперь вы будете знать, какой мой любимый цвет. Ну, у меня тоже я любимый цвет. Все, мой логотип готов. Давай заканчивать. А у меня вот любимый цвет. Если честно. Мои любимые цвета — это красный, белый и черный. А кто смотрел фильм, оно поймет. У меня белый, черный и голубой. Все. Ты знаешь, кто такой краш? Я не помню, кто такой краш. Краш — это типа такой человек, который тебе безумно нравится. Да, я просто... У тебя есть краш? Да. А у меня тоже. Кто у тебя? Скажи. Я скажу своего. Короче, я скажу так. Они Адушки. Я скажу всем. И А4, я не могу этого... А4 малавки. Нет, ну А4 не мой краш. Мой краш — это Финн Волфард. А у меня А4 и Катя Адушкина. Ну блин, не правда, если сказать. Катя Адушкина, она столько песен, клипов снимала. А напишите в комментариях, кто ваш краш. Будет интересно почитать. Ага. Мы потом зайдем, ну, когда мы придем домой с кружечкой чая, попьем и все такое. Только не осуждайте нас, вот правда, если честно. Потому что, ну, блин, если... Нам же тоже неприятно, ну, представляете, если вам такое писали, да. Было бы приятно. Это я не про всех говорю, есть такие, помнишь Зефирку? Да. Вот она у нас вообще была классная. Блин, Зефирка, зачем ты удалилась как будто? Нет, просто вот если бы YouTube не запрещал детям трансляции вести, то... Ну, да. Мы 8 минут разговариваем. Представляешь? 8! Ром, можешь выключить звук, пожалуйста? Да, пожалуйста. Спасибо. Вот. Что мы можем еще рассказать в нашей жизни? Ничего. Вот слай. Не мешай, прилепишь еще. Давай раскрашивай быстрее, а то я уже вот заканчиваю почти. А потом, что ты раньше начала? А что мне все звездочки закрасить, дай? Так, теперь я хочу желтеньким. У меня есть золотой, я хочу золотым. Это не золотой, если честно. Это такой болотный цвет, если что, все равно. Я закрашу мою линию. Ребята, посмотрите, если мы не сочетаем цвета или что еще, не надо нам в комментариях писать, что: ой, вы не сочетаете цвета, зачем вы вообще рисуете так некрасиво. Короче, ребят, что я хотела сказать, только что я, блин, забыла опять. Это, господи. Простите, что мы 8 минут целых разговариваем просто так. Но что поделать, это же мы. Ага. Не, в дяде Ване мы намного больше
разговариваем, но мы просто заняли целых 8 минут на то, чтобы нарисовать такой шарик. Кстати, ребят, я не знаю почему, но на камере вот этот красный, он намного, намного насыщеннее, чем вот у меня. Жизни. Не, ну потому что это пастели, а там камера, ну, наверное, она хорошая очень. Думаешь, почему? Вот у меня серый, а здесь черный. Как? Очень камера хорошая просто. Видишь, она опаздывает. Так, я все. Помогай мне. Нет, ушли. Я пока буду смотреть следующую картинку для вас. Только давай не новогодним, потому что, ну, не знаю, я сегодня нарисовалась новогодних, если честно. Дин-дин-дин-дин. Так. Давай. Ладно. Она очень простая. Господи. Запомните, этот человек не любит непростые. Если честно, я карты рисую, у меня так... Блин, я... Если я не забуду, я принесу те карты. Я все их перерисовала. Вот этот? Хотя это неинтересно. Нет, давай сову. Какую сову? А, которую там я показывала? Да. Окей. Нормально. А, потом давай... Перелезть чуть-чуть. Да я уже все нажала. Нет. Да нажала я уже. Вот она сова. Эй, куда мы улетели? Верните обратно, обратно. Ой, иди за рол. Давай быстрее, а? Все уже. А, подожди. Я что-то уже погнала. Иди выбирай картинку еще одну. Хорошо. Единорога. Слона, давай, блин. Он такой классный. А ты меня. То слона, то еще что-то. Господи, ты уже определись, женщина. И то, и то. Определилась. Все. Давай этого, Мишку. Давай они уже какие-то. Вот давай вот это. Давай. Прикольно. Так, ребят, мы уже и заканчиваем. Уже закончили. Заканчиваем. Мы вас всех лавки любим. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас всех любим. И да. И будем стараться. Особенно Зикиякову. Нет, мы всех любим. Она такое лицо мне показала. Блин. Ну, короче, всем, мы всех любим. Всех пока, Рома. Рома, крикни всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока.